Sunny Heavy Industry. 41-метровый многофункциональный пожарный автомобиль с порошковой водонапорной башней. Компания Sunny выпустила 41-метровый многофункциональный пожарный автомобиль, который является первым в отрасли и эффективно решает проблемы традиционной пожарной машины, такие как малый радиус действия, малая грузоподъемность, плохая способность преодолевать барьеры и так далее. Помимо способности тушения пожаров класса D, которые не могут быть потушены обычными пожарными средствами и которые являются взрывоопасными при контакте с водой или влагой, пожарный автомобиль также может тушить обычные пожары класса AB. Сорокаоднометровый многофункциональный пожарный автомобиль имеет большой горизонтальный пролет, а ее рабочий диапазон в два раза больше, чем у обычной пожарной машины. Шестисекционная полностью сложенная конструкция стрелы отличается поворотливостью и высокой способностью преодолевать препятствия. Эффективная дальность распыления воды может достигать 80 метров, а пены – 70 метров. Высокая мощность может точно тушить очаги возгорания. Порошок комбинируется с длиннопролетным пожарным автомобилем. Для тушения пожара используется принцип непрерывного физического охвата, что решает проблемы вариативности, сложности и опасности пожаров класса D. При использовании цементного порошка, пылеугольной золы и других порошков в качестве огнетушащего вещества скорость подачи порошка может достигать 20 кг в секунду. Функциональные характеристики. Имеется зонирование сухой и влажной областей. Отверстие для порошка расположено в отдельном отсеке, который не загрязняет водяной насос, клапан и пневмосистему и удобен для очистки. Высокопроизводительная головка пистолета, уникальная внутренняя полость головки пистолета, обеспечивает дальность распыления и учитывает эффект накопления цементного порошка. Интерфейс с профессиональным дизайном подходит для различных транспортных труб самосвала для цементного порошка. Имеет простое управление и гарантирует отсутствие утечек. Управление одной кнопкой выполняется с помощью кнопок самоочистки и продувки двигателя на панели управления. Тем самым автомобиль можно легко и быстро очистить. Длиннопролетный пожарный автомобиль с водонапорной башней выполняет функции высотного водоснабжения и барьерного водоснабжения и может использоваться для различных целей. Допустимый вес подъема в конце составляет 180 кг, что может быть использовано для преодоления препятствий на большие расстояния и транспортировки материалов. 41-метровый многофункциональный пожарный автомобиль Sunny обладает высокой адаптивностью к месту эксплуатации и очевидными преимуществами при тушении пожаров в городских густонаселенных районах, плотных складских помещениях и других узких местах. И является секретным оружием на складе оборудования пожарной команды. Качество меняет мир. Sunny Heavy Industry.